150 мешков мусора собрали на берегу Каспийского моря. Акция прошла на пляже рядом с аллеей героев-медиков в Махачкале. В субботнике участвовали около 100 человек. Это сотрудники духовного центра имени пророка Исы, мир ему, школьники, спортсмены, работники общественных и коммерческих организаций. И я хочу выразить благодарность всем ребятам, всем людям, которые пришли, нашим волонтерам. Спасибо вам огромное, что вот эта наша капелька, которую мы сейчас уберем берег, чтобы это превратилось в огромный океан вот таких благих дел. Спасибо вам большое.